Следователи направили в суд дело о падении башенного крана. На скамье подсудимых могут оказаться 4 человека. Трагедия, напомню, произошла осенью прошлого года на улице Жукова. Рухнувшая металлическая конструкция придавила 2 автомобиля Toyota RAV4 и Газель Соболь. Погиб водитель отечественного авто, а также мужчина, его жена и ребенок, ехавший в иномарке. Один мальчик с травмами был доставлен в больницу. Следственный комитет возбудил дело в отношении учредителя ООО «Группа компании «Жилстройджазфитлайф» Виктора Полукарова, генерального директора этой же компании Константина Семенова, начальника строительного участка Сергея Масленкина и крановщика Федора Елькина. По версии следствия, причиной трагедии стали халатные действия обвиняемых. Кран был недостаточно прочно закреплен, да и к тому же неисправен.